дорогие друзья! В программе «Спокойной ночи, малыши» исполнилось 50. 50 лет. Лишь некоторые программы могут похвастаться таким юбилеем. А теперь считайте, скольких людей объединила эта передача. Да, пожалуй, за 50 лет-то не меньше миллиарда. Ух ты! Это же целая планета получается! Планета детства под названием «Спокойной ночи, малыши». Вместе с вами мы отправимся на эту замечательную волшебную планету. Да, и познакомимся с ее чудесами. Итак, дорогие друзья, вы готовы? Да! Молодцы! Теперь понятно. Итак, путешествие начинается. На сцене Лариса Долина, Глеб Матвейчук и Непоседы. В юном месяце апреля в старом парке тает снег. И веселые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Взмывая выше ели, не верь. Детство кончится когда-то, ведь оно не навсегда. Стану взрослыми ребята, разлетятся кто куда. А пока мы только дети, нам расти еще расти. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Взмывая выше ели, неверная брега, крылатые качели, летят, 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 крылатые качели, летят, летят, летят. Шар земной быстрее кружится от весенней кутерьмы. Поют над нами птицы, и поем, как птицы мы. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Взмывая выше ели, небес. По дорогам нашей волшебной планеты вам поручается очень важное дело – объявить следующих исполнителей. Объявляю на весь мир песню «Сосо, Павлиашвили и Демисолька. Голубой вагон». Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатерти, скатерти, куда не пустится, и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет старый лист. Но
Любим приключения, спешим, друзья. Эй, прибавка ходу, машинист. Скатертью, скатертью, дальний путь стелится и упирается прямо в небосвод. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Чем же этот день кончается? Пусть бьет тянуться целый год. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосвод. Каждому, каждому лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосвод. Каждому, каждому лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Здорово, да? Ой, прекрасно просто! Покатались! Рюша, а что еще положено делать в день рождения? Желание желать! Ну, желай, желай скорее, Хрюшечка! Так, желаю, Каркушечка! Кому желаешь? Да всем, кто к нам в гости пришел! А, кстати, кто к нам пришел? Как? Кто? Кристина Арбакайте! Ух ты! Встречаем! Все хорошо у меня, все у меня отлично. Дом, работа, семья и счастье в жизни личной.
Спасибо! С праздником, с юбилеем! Спасибо! Мира всем вам и вашим семьям! Ну как настроение, именинники? Это мы именинники? Да. Что-то не видно. Хрюш, а что положено видеть имениннику? Ну, имениннику, имениннику, пока что ничего не положено. Как-то ничего не положено. Подарки вам положены. Драгоценнее не бывает. Сейчас вам подарит песню Анита Цой. Сейчас, дорогие друзья, на сцене Дмитрий и Стефания Маликовы. А называется «Я тебе, конечно, верю». Я заметила однажды, как зимой кусты сирени расцвели, как будто в мае. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Наш с тобой секрет.
увидала, как луна в сосновых ветках заплатилась и заснула. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? Я тебе, конечно, верю, я и сам все это видел. Из окошка в прошлый вечер, это наш с тобой секрет, наш с тобой секрет. Спасибо! С праздником, любимые спокушки! Красота! Ну просто красота! Куда теперь направимся? Туда, где море! Не орел ты, Степашка! Море! Орла бы тянуло в облака! Учись! На сцене группа А-Студио! Красного яблока заката, облака из неведомой страны к нам спешат и опять бегут куда-то. А облака, белогривые лошадки, а облака, что мчитесь без оградки, не смотрите вы, пожалуйста, с высока. Гаснувших звезд на небосклоне, к нам неслышно опустится звезда, и ромашкой останется в ладони. А облака, белогривые лошадки, а облака, что мчитесь без оглядки, не смотрите вы, пожалуйста, высока. Не могу гадить на.
хорошо. Да. Не шутка. А что это ты так присела? Ну как что, Аня? Ходим все, ходим. А где ходим, мы сами не знаем. Спросить не у кого. Как не у кого спросить? Ты посмотри, сколько людей на нашей планете. Так они здесь не разговаривают, а поют. Представляете? А, тогда ты попроси их спеть. А там уже сориентируешься. Вот кого я попрошу, знаете? Кого? Золотое кольцо попрошу и саму Надежду Кадышеву попрошу. Ну что ж, просим, встречайте. И кого только не встретишь тут. Да, жалко, не видно коренного населения. Это ты кого имеешь в виду? Ну как, коренное население планеты детства – это бабушки. Да, только их что-то не видно. Сидят, наверное, по домам, вяжут и ждут, когда к ним придут их внучки. Ну ладно, тогда всем бабушкам планеты посвящается. Нюша и Домисолька! Если долго-долго-долго, если долго по тропинке, если долго по дорожке, то потихо тебе бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, верно-верно, то, возможно, можно-можно, можно в Африку прийти. В Африке реки вот такой ширины. В Африке горы вот такой вышины. Крокодилы, бегемоты. Обезьяны, кашалоты. И зеленые попугаи. И зеленые попугаи. И как только-только-только, и как только на дорожке, и как только на тропинке встречу я кого-нибудь, то тому, кого я встречу, даже зверю верю, верю, не забуду, буду, буду, буду здрасте говорить. В Африке реки вот так уши. В Африке горы вот так уши.
конечно, но, конечно, если ты такой ленивый, если ты такой пугливый, сиди дома, не гуляй. Ни к чему тебе дороги, косогоры, горы, горы, буй, реки, реки, раки, руки, ноги, береги. В Африке реки вот такой ширины. В Африке горы вот такой вышины. Спасибо большое. Я поздравляю эту замечательную, ласковую, такую нежную программу и считаю, что это одна из самых значимых программ на нашем телевидении. Группа Ума Турман! Ума Турман! Здравствуйте, друзья! Мы поздравляем. Спокойной ночи, малыши, с праздником. Все дети в этой стране вырастают на этой передаче, и мы не исключение. Прошу вас, давайте. Ложкой снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, белые медведи. Спи ты скорей, малыш. Спят твои соседи, белые медведи, спи ты скорей, малыш. Мы плывем на льдине, как на бригантине, по седым суровым морям. И всю ночь соседи, звездные медведи, светят дальним кораблям. Парабам, и всю ночь соседи, звездные медведи, светят дальним кораблям. А сейчас соло на саксофоне. Снег мешает, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, звездные медведи. Спи ты скорей, малыш. Помогайте нам, друзья. Спят твои соседи, звездные медведи, спи ты скорей, малыш.
вас! С праздником! Счастья вам! Спасибо вам огромное за наше счастливое детство! Спасибо! Спасибо вам, Ума Турман! Спасибо большое! Дети любят сюрпризы! От непосед шоу артистов Петиновых и Юлечки Савичевой! Продолжаем веселиться и танцевать! Все, что будет с вами, знаете заранее. Ни к чему тогда волнения, сомнения. Все на свете предусмотрит расписание. А мы бросаем скуки вызов, потому что потому жить на свете без сюрпризов невозможно никому. Пусть удачи, неудачи, пусть полеты вверх и вниз, только так, а не иначе, только так, а не иначе. Да здравствует сюрприз! Сюрприз, сюрприз, да здравствует сюрприз, 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 да здравствует сюрприз. Предусмотрит расписание гуляемость, предусмотрит повышаемость сознания и, конечно, увеличится зевание. И скучаемость заполнит мироздание. А мы бросаем звуки вызов, потому что потому жить на свете без сюрпризов невозможно никому. Пусть удачи, неудачи, пусть полеты вверх и вниз, только так, а не иначе, только так, а не иначе. Да здравствует сюрприз, сюрприз, сюрприз. Да здравствует сюрприз, сюрприз. Спасибо огромное! Спокойной ночи, малыши, всегда в моем сердце и в моей душе. Хрюша! Хрюш! Ну что, Хрюша, Хрюша, 50 лет все, Хрюша! Да? Ну и как же тогда тебя называть? Зови меня просто дядя Хрюша. Как? Какой ж ты дядя? Ну, он же не тетя все-таки. Подождите, я не тетя, я дядя. Подождите. Между прочим, первые зрители давно тоже сами стали дядями и тетями. Ага. Да, некоторые даже дедушками. И бабушками. В честь наших дедушек и бабушек, пап и мам. На сцене Таисия Повали. Как жаль, что наши дни летят, увы, с безумной скоростью нельзя перестать назад страницы этой повести. Порой, меняя города,
судьба упрямая, но мы опять спешим туда, где будем рядом с мамою. Но все мы нитью волшебства навеки с мамой связаны. Ценить мы будем каждый миг и встречи ждать с волнением. Сердце биение. Мама, мамочка родная, любимая. Мама, мамочка, сердечко ранимое. Мама, мамочка, не плачь темной ноченькой. Мама, мамочка, с тобой твоя доченька. А что Дед Мороз делает летом? Ну, я не знаю, что делает. Наверное, спит. Наверное, на пляже, на одном сказочном острове. В самом центре самой детской планеты, самой солнечной системы. Ему же тоже хочется отдохнуть. Слушайте любимую песню Деда Мороза. На сцене группа «Новые самоцветы». Чунга-чанга! Чунга-чанга, лето круглый год. Чунга-чанга, весело живем. Чунга-чанга, песенку поем. Чунга-чанга, места лучше нет. Чунга-чанга, мы не знаем мест. Чунга-чанга, кто здесь прожил час? Чунга-чанга, не покинет нас. Чунга-чанга, чунга-чанга, ля-ля-ля.
чанга-чанга. Наше счастье постоянно. Жуй кокос, съешь бананы. Жуй кокос, съешь бананы. Чанга-чанга. Кажется, мы приближаемся к экватору. Да? Ой, как здорово! А почему-то у меня глаза закрываются. Устал, наверное. Ну ты поспи, Степашечка, поспи. А Алсу тебе колыбельную споет. Спасибо, спасибо, дорогие друзья, дорогие ребята. Я вас всех поздравляю, потому что это наша любимая передача. Спокойной ночи, малыши. Мы вас любим. Спасибо. Встречайте, Петр Дранга. Ой, здорово, я его очень люблю.
Ну что ж, мы продолжаем наше путешествие по планете детства, которую открыли 50 лет назад. И эта планета — спокойной ночи, малыши. Совершенно верно. Самая теплая солнечная планета во Вселенной. И наш концерт путешествия продолжается. Сейчас, только вот на солнышке полежим немножко с непоседами и глюкозой. Спокойной ночи, малыши, за это прекрасное детство. С праздником нас! Спасибо вам, спасибо! Напоминаю, что мы с вами в путешествии по веселой, самой веселой в мире планете детства. Да, и кого только не встретишь на ее тропинках. И, конечно же, самые лучшие няни со всего мира прилетают на эту планету. Встречайте, Варвара! Кто от шпильки до булавки, кто от туфелек до шляпки, элегантность сама от меня без ума и весьма почтенный джентльмен седой и мальчишка любой. И просто выхожу на перекресток. 100 автобусов в ряд неподвижно стоят и гудят машины. Красоте салют. Леди, как вас зовут? Мэри. Леди Мэри. Мэри. Леди Мэри. Вы само совершенство, вы само совершенство. Выше всяких похвал. Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство. Знать, что я совершенство, знать, что я идеал. Леди Мэри. Мэри. Леди Мэри. Мэри. Кто ангины и простуды лечит лучше, чем микстуры. И легко без затей лучше разных врачей всех людей. Дети могут стать взрослее, да, да. Только я не постарею. Нет, нет. И опять будут все вспоминать и мечтать о встрече. Пусть пройдут года,
совершенство, от улыбки до жеста, выше всяких похвал. Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство, знать, что я совершенство, знать, что я идеал. Мэри, леди Мэри, Мэри, леди Мэри. Спасибо, дорогие мои, с праздником вас! А наша программа продолжается... уже целых 50 лет. Просто как в сказке. Да, в сказке про Буратино, например. Кстати, кто не знает, Буратино был первым ведущим программы «Спокойной ночи, малыши». Так вот, почему здесь группа «Премьер-министр»? Горел весь белый свет, кого повсюду узнают. Скажите, как его зовут? Нос и рассмешит друзей до слез, и очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут? Одна из самых добрых светлых передач. С праздником! Хорошего настроения! Кар-кар-кар! Спасибо, спасибо! Мишутка, ну что ты не веселишься? Я вот думаю, если все лучше детям, то значит взрослым что? Ну а? Что, что останется? Ну действительно, все лучшее мы получаем в детстве, а потом с благодарностью помним всю жизнь. Встречайте, Аня! Зара! По синему морю, к зеленой земле, плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем. Я здесь, я приехал, я ей закричу.
почему вот все поют, а мы только все разговариваем? Ну, знаешь, Хрюшечка, чтобы петь, как они, надо голос иметь. А пока слушай, как поет группа Джельсамина, Сергей Куприк и Мария Пискарева. За морем, за океаном есть страна про Бандеглоб. Там живут, жуют бананы. Двадцать три орангутана и 15 антилоп. Ежедневно утром рано, глядя солнцу прямо в лоб, распевают песни рьяно, распевают песни рьяно. 23 орангутана и 15 антилоп. День пройдет, и после ночи утро скоро настает. Летом теплым быстро очень мы растем, и все растет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Час прилива из лимана угрожает им потоп, но поют, стуча в тимпаны, но поют, стуча в тимпаны. 23 орангутана и 15 антилоп. Все поют, не перестанут, бег сменяя на галоп. Скачут, песни тянут. Скачут, песни тянут. 23 орангутана и 15 антилоп. День пройдет, и после ночи утро скоро настает. Закатным небом рдяны затихает Бандеглоб. Засыпают по платанам Песни спев и съев бананы, чтоб проснуться утром рано и распеться у лимана. 23 орангутана и 15 антилоп. День прошел, спокойной ночи, утро скоро настает. Летом теплым быстро очень мы растем, и все растет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Самая известная в мире детская песня. Солнечный круг. Солнечный круг. На сцене Марианна Оськина. Солнечный круг. Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама,
мальчишек. Каркушечка, что там на горизонте? Чертоги королевы красоты! Она живет на нашей планете. Об этом вся Вселенная знает. А если кто не знает, пусть слушает и смотрит. О, да это же наша Оксана! И наша Лора! Да чего же мы несчастные царевны, нам законом запрещается любить в царских семьях. Уж таков порядок древний, по расчету надо замуж выходить. Я не хочу, не хочу по расчету, а я по любви хочу. Свободу, свободу мне дайте, свободу, я птицею ввысь улечу. Нам царевнам жить приходится в неволе, пропадают молодые годы зря. Нам все время надо думать о престоле, выполняя волю батюшки царя. Спокойной ночи, малыши, продолжается! И теперь звучит самая первая песня в жизни ребенка, которую он видит по телевизору. Мы хотим пригласить на эту сцену телеведущих, которых помнят наши мамы, папы, бабушки и дедушки с раннего детства. Ангелину Вов! Встречаем аплодисментами! Татьяну Веденееву! Григория Гладкова! Юрия Григорьева, Татьяну Судец, Дмитрия Хаустова и тех, кто сегодня желает спокойной ночи и озвучивает голоса любимых героев, тоже просим выйти на сцену. Заслуженную артистку России Наталью Голубенцеву, голос Степашки с первого момента появления этого героя в программе.
Оксана Чебанюк, обаятельного Хрюшу. Сергея Григорьева, всеми любимого Филю. Галину Марченко, очаровательную Каркушу. Народного артиста Республики Башкортостан Игоря Копатова, любопытного Мишутку. И всеми любимый композитор-музыкант Григорий Гладков. Как здорово! Ведущий этой программы на этой сцене. Все вместе. Вместе с детьми и вместе с вами. Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью вам присниться. Ты ей пожелай, баю-бай. В сказке можно покачаться на луне и по радуге промчаться на коне. Со слоненком